Ну и, ребята, перед вами говорящий Бен. Давайте, ребята, договоримся. Если сейчас я спрошу у говорящего Бена, и он ответит «да», то вы подпишитесь на канал и поставите лайк. Говорящий Бен, скажи, подписчики успеют поставить лайк и подпишутся на канал за 5 секунд? Yes. О, вы, ребята, видели? Он сказал «да». Так что быстрее ставьте лайки и подписывайтесь на канал. У вас 5 секунд. Время пошло. 5, 4, 3, 2, 1. Ну и, друзья, на канале Сирена Студио вышла новая анимация «Глэмрок Фредди защищает Грегори от Хагиваги». Обязательно посмотрите, ссылочка в описании. Да-да, говорящий Бен, вы меня вызывали? Чего так долго идешь сюда, а? Давай на сцену и быстро представь меня, и хорошо представь, а то я тебя уволю, ты меня знаешь. Ха-ха-ха. Да-да, говорящий Бен, конечно. Так... Нужно его представить. Надо его как-нибудь представить хорошо. А то еще уволят. О, это опять Том, фу! Где Бен? Бена! Уважаемые мультяшки, сейчас на сцену выйдет самый лучший комик нашего города, величайший говорящий Бен. Ура, Бен! Бен! Все, давай, проваливай со сцены. Ура, Бен идет! Бен! А, ладно, ухожу. Так, все, давай, не мешай. Ха-ха-ха, ну что, здорово, бойсы, это я, Бен. Ура, Бен. Ха-ха-ха. Эй, Бен, скажи, а я буду жить бесконечность? Ха-ха-ха, no. А, как же так? Эй, Бен, я встречу какую-нибудь мультяшную кошечку, классную желательно. No. А, как же так? Он наверняка какого-нибудь пёсика мультяшного встретит. Ха-ха-ха! Yes! Ха-ха-ха-ха! В смысле пёсика? Как же так? Не хочу пёсика! Ха-ха-ха! Ой, классно ты его баннер сыграл! Да-да, классно! Эй, Бен! А я вмажу тому мультяшному псу? Yes! Ха-ха-ха! Эй, мультяшный пёсик! Эй, не надо, это же шутка, эй! Ай, больно! Это шоу, так что да, давай, стой! Негодяй, Бен, я вмажу ему в ответ! No! Как же так, это нечестно! Бен, расскажи какой-нибудь классный анекдот! О, хорошо! Луна, хулиган, повесилась! Ё-моё, это смешные шутки! Раньше я работал на сцене, выходил, всех смешил. Все мультяшки меня любили. И псы, и котопсы, и коты, и даже мыши любили. Мои шуточки всякие. Я целое шоу устраивал. Но до момента, пока не появился, несколько месяцев назад, этот говорящий Бен, этот говорящий пес, ушастый. Откуда он вообще появился, а? Пришел такой в нашу студию к нашему боссу. И после этого он его принял на работу. А я куда-то сразу же потом на второй план ушел. И он за эти несколько месяцев настолько стал популярным, что мало того, что теперь целый он концерты собирает и со сцены выступает, так еще и занял мое место в новостях, которые я вел каждое воскресенье. Теперь я мало того, что не работаю в студии, меня просто туда выперли. И говорящий Бен теперь всякие передачи на телевидении ведет. Так я теперь еще и должен у него работать, потому что в другое-то мне место не возьмут. Везде Бен, только до слуху. А Том больше никому и не нужен. А так если разобраться, то он же такой глупый этот Бен. Какие-то шуточки у него тупые. Ладно, все тихо. Он еще себе он охранников нанял. Каких-то элитных мультяшных псов, каких-то спецназовцев. Они вроде говорят, могут и кости переломать. А, ладно, мне уже все равно нечего терять. Мне надоело все эти глупые шуточки его слушать. Это его «Yes, no, ха-ха-ха». Я так тоже могу. Бен, а это правда, что мостовые черви, когда ползают, все пузо об землю стирают? Yes. Ха-ха-ха, вы ж прикиньте, какие они неудачники. Ползают просто по земле, ног не бьют и стираются об землю. Ха-ха-ха. Как же они ползают, что ног не бьют? Какие смешные шутки. А, все, мне это надоело. Я могу лучше, чем Бен, шутить. Я могу лучше тебя, Бен, шутить, ты меня понял? Что? Ты лучше меня? Раньше я был самый крутой, самый лучший комик, самый лучший телеведущий во всех программах на телевидении. Ну вот смотри, хочешь, пошучу про тебя? Ха-ха-ха. Ну давай, неудачник, пошути.
О, вот это шоу, интересно, я как раз таки с собой попкорн взял из Нурпа, ха-ха-ха. Видишь этот некрасивый пол? О, да, у тебя же такая же шерсть. Ха-ха, да, смешно, смешно, хе-хе-хе. Ноу. Тут у нас не похороны, Том, чтобы такие шутки шутить, понимаешь? Ха-ха-ха. Да-да, не похороны, ха-ха-ха. Ой, как он плохо шутит, ой, как он плохо шутит. Это что, шутка была? Когда смеяться? Ну, это, просто шутка немного неудачная получилась. Сейчас я тебя еще пошучу. О, я придумал шутку. Угадайте, кто это так разговаривает? Братишка, где моя Дэшка? Кто-нибудь угадает, а? Бен, это так разговаривает сиреноголовый? Ноу. А может быть так разговаривает Том? Yes. В смысле? Сам себя затроллил. Я хотел сказать то, что и Бен так разговаривает, даже еще хуже, чем сиреноголовый. Ноу. Ладно, все, уходи с этой сцены, не позорься, Том. И завтрашнего дня ты уволен. Да нет, я лучше тебя. Ладно, что-то в анекдотах сегодня не повезло. В общем, я тебя вызываю на дуэль. Давай подеремся с тобой и выясним, кто из нас сильнее. Через неделю, понял? Ну давай выясним. Все это слышали? Через неделю я устрою вам лучшее шоу. Я буду избивать вот этого вот жалкого Тома. Кто придет? Все придете? Да, мы все придем, Бен. Да, придем. Придем обязательно. Ха-ха, вот это будет шоу. Классное шоу. Будет шоу, когда я побью Бена на главном городском стадионе. Ладно, Том, все, проваливай. Проваливай, Том. Ну да я уже не мешаю выступлению Тома. Ладно, ухожу. Через неделю на главном городском стадионе я побью этого говорящего пса Бена. Как же ты мне надоел? Ноу. Да что, продолжаем выступление? Лучше бы тебе не возвращаться, Том. Давай, Бен, жги. Ха-ха-ха. Этот трус через неделю не придет? Yes. Ха-ха-ха, так и знал. Как же мне надоели эти глупые шуточки этого Бена. Какие же они у него реально тупые. Мне кажется, только мультяшки с этого и ржут. Они ж такие же глупые, как эти шутки. Эх, а может зря все-таки я вышел на эту сцену, так еще и вызвал Бена на бой. Я, конечно, может, и реально умнее, чем этот Бен, чем все эти мультяшки, эти глупые всякие шутки и анекдоты. Но не сильнее. Все-таки я кот, а Бен это пес. А псы всегда сильнее, чем коты. Даже у мультяшек всегда коты слабее, чем псы, и псы всегда бьют котов. Хотя мультяшки вроде не дерутся. Но если бы не подрались бы, то псы бы победили. А я кот как раз, а Бен пес. Эх, может зря. Но нет, я не могу проиграть. Нужно как-нибудь стать сильнее. А то я еще слышал то, что вроде у Бена есть какая-то особенная кошмарная стадия, когда он становится в 10 раз сильнее, чем сейчас. Правда, это все легенды и слухи. Но вдруг это правда? Как бы не стать сильнее, у меня же такой стадии-то нет. Я обычный говорящий кот, который живет в городе монстров. О, а это что лежит? Что? Так. Ух ты! Какой накачанный монстр на обложке! Прям на первой страничке. Что здесь написано? Это качок Билли, приходи к нам и тренируйся. В Gym Monsters. О, это качалочка что ли, да? Качок Билли сделает даже из такого хлюпика, как ты, самого настоящего чемпиона. Ух ты! Это кажется то, что мне нужно. О, еще недалеко находится. Обязательно нужно сходить. Вдруг этот качок Билли мне поможет. Я стану тоже качком. И побью этого Бена наконец-то. А если я побью Бена, мало того, что это будет огромной сенсацией, меня все снова полюбят. И я стану самым популярным. Про Бена все забудут. Я буду мало того, что очень-очень сильным, так еще и буду всякие крутые передачи на телевидении вести. Спортивные, не только. Ох, классно. Все, быстрее в качалочку. О, кстати, тут 15% скидка, если предъявить им. Вот этот билетик. Прям который в газете. Так. Быстрее нужно в качалочку идти. Так. Ну, вроде где-то это здесь находится. Вроде где-то здесь. О! Это качок Билли, что ли? Да, вроде он. Фотографии-то в газете не цветные. А он получает синего цвета. А, это ж Хагиваги качок. Точно. О, здравствуйте. Тренер Билли. Кто это тут у нас? Маленький котик. Заблудился, что ли? Здесь качалочка для настоящих парней. А кафе для котиков находится несколькими улицами дальше.
О, я не в кафе, нет, я пришел к вам записаться до тренировочки в зал. О, ты на тренировочке? Ну, в принципе, я всегда рад новеньким. Только если ты думаешь, что сейчас вот придешь, такой начнешь качаться и тут же станешь сильным, то нет, так не будет. Многие новички совершают такую ошибку, а ты еще хиленький к тому же. Ну, хорошо, я не против. Я хочу как можно быстрее стать сильным. За сколько примерно я стану сильным? За неделю там, дней за пять стану сильным, большим накачанным. Ой, за неделю ты, в лучшем случае, вот эту вот маленькую штангу. Дай бог мультяш такой вот поднимешь. А так, ну, будешь месяцев, наверное, пять тренироваться, чтобы только эту штангу осилить. И потом, если не сдашься и продолжишь, то через пару лет и эту штангу поднять сможешь. В общем, что, пару лет? Не так быстро. Да-да-да. У меня столько времени нету. Мне нужно, в общем, тренер за неделю стать большим и сильным, накачанным. В общем, как вы. Есть какой-нибудь способ, а? Ускорить, так скажем, мой процесс? О, все вы такие молодые, хотите ускорить, быстрее. Ну, Так. Ну, в принципе, есть один способ, но только я должен с себя взять слово, что ты никому об этом не скажешь. Потому что если хоть кому-нибудь об этом скажешь, я тебя прибью. Ты меня понял? Да, конечно. В общем, у меня тут просто соревнование с Беном. Думаю, знаете такого, говорящий Бен? А, так себе шутит, если честно, я не хожу никогда на эти его стендапы. Да, вы правы. Я его должен через неделю победить. А честно, до него еще бою. Был кто-то, он еще хуже шутил, не знаю, кто там был. Мне нравятся мне эти стендаперы вообще. Ну, про которого вы говорите, я такого стендапера не знаю, который был до Бена. Я вот только Бена знаю. Ну, в общем, мне его нужно победить. Хорошо, есть один тайный способ. По секрету сказать, я им накачался. Многие пытались этот способ использовать, но должен тебя предупредить. Это специальное химическое вещество, специальные радиоактивные анаболики, которые у меня есть. С их помощью ты и правда можешь накачаться за неделю. Тебе надо будет целую неделю их принимать и качаться 24 на 7 и не останавливаться. И если ты сдашься раньше, чем все эти 7 дней будешь качаться, допустим, на 5-й день сдашься или на 3-й, то все. Потом мутации твои пойдут. Не по тому пути, чтобы мышцы увеличивать, а всякую хаотичную степь. И ты тогда можешь стать безмозглым каким-нибудь монстром или вообще умереть. Так что как страшно. Все от тебя зависит. А какие побочные эффекты могут быть? Какие побочные эффекты? Ну там, в биомассу превратиться можешь, одна рука может слишком большой стать. Потом что там еще как-то у меня происходило? Один так у меня вообще в один огромный рот превратился, короче, вот, и сам себя съел. В общем, да, еще жуть была. А кто-то стал одной огромной рукой, которая на пальцах ползала. В общем, мутации всякие могут быть. Помню еще одного. Он, короче, огромным ухом стал. Ой, как смешно было. В общем, согласен на такой способ? Ой, страшно, конечно. Но выбор мне невелик. Мне этот Бен уже надоел. Я должен вернуть свое честное и доброе имя. Ну, в общем, я готов на все. Ну, хорошо, сейчас. Так. Где я тут водички спрятал эту штуку? Оп. Опа! Вот оно. Что это такое? Это специальный химический анаболик. Давай, принимай его. Не бойся. И начинай качаться. А ну-ка. Ой, какой-то вдыхай, зеленый дымок. А теперь сейчас же начинайся качаться. Да. А то иначе мутируешь и убьешь. Так, штангочка, иди сюда. Ща буду качаться. Так, а ну-ка. Раз. Два. Ох. Три. Четыре. Пять. О, кажется, работает тренер. Я увеличился, смотрите. Я уже три дня качаюсь. Отлично. Без отдыху. Так, а ну-ка. Раз. Два. Три. Чувствую же изменения в своем теле. Я уже начал увеличиваться. Времени мало, нужно быстрее качаться. О!
Пятый день тренировок наступил. Я выдержу, я должен победить Бена. Какая легкая штанга. Раз. Два. Три. Четыре. Еще два дня. Я вытерплю. Помни, если не справишься сегодня, то самые жесткие мутации будут. Нет, я обязательно все выдержу. Еще два дня осталось тренироваться, уже даже меньше. Ух, тренер! Ты справился! Или можно уже закончить? Да, можно. Сегодня как раз седьмой день. Ой, сегодня как раз наступил тот день, когда мне нужно идти драться с Беном. Прямо на главный городской стадион. Ох, конечно, он сейчас удивится. Какие теперь огромные мышцы. Я теперь просто невероятно сильный. Вот это сила. Ну-ка. Знаешь, как можно проверить силу твою по-настоящему? Как, тренер? Переживи мой удар. Действительно силен. А теперь можно я вас ударю? Да, конечно. Я ощущаю твои удары. Давненько такого не было. Это хорошо. Ладно. Надо твои силы экономить. Иди и побей этого Бена, этого поганого комика. Как же он мне надоел. Да, сейчас пойду и побью этого поганого комика на букву Г. Эх, где он там? Сейчас я его найду. И оторву ему его хвост. А, стоп, у него же так хвоста нету. Жду не дождусь. Когда я сейчас наконец-то его встречу и отомщу ему... За все мои беды, за все мои страдания, я теперь стану самым главным. Ох, наконец-то я добежал. Ох, где этот Бен? Ого, вот это он накачался. Это что, Том? Ого, как Том накачался, вот это да. Я думаю, Том победит, как бы я не уважал Бена. Ого, красавчик Том! Молодец, Том! Молодец! Толпа ликует. Я, кажется, теперь их любимчик. Наконец-то я поставил на место этого выскочку Бена. Как же мне надоел. Как у моей мышцы, а? Мультяшные монстры, а? Отпадные мышцы! Ого, я такие только мультяшного демона в комиксах видел! Вот это круто! Класс! Хо-хо-хо! Конечно! Я накачался своими силами за эту неделю! Где это был? Я его быстро выиграю! У вас толпа! Сегодня я устрою вам шоу! Ого! Он тоже накачался! Вот это да! Круто! Вот это будет шоу! Я ставлю... Я не знаю, на кого ставить! На Бена ставь, на Бена! Что? Когда ты успел докачаться, а? Это невозможно! Ты думаешь, я такой глупый? Я отправил проследить за тобой моего охранника. И он рассказал мне, что ты стал качаться. Поэтому я пошел в самую дорогую качалочку, тренеру Вану, и он там своим специальным зельем напоил меня, и я накачался. Ха-ха-ха! Ах ты ж гад, так нечестно, это был мой способ тебя победить! Ха-ха-ха! Нет, это мой способ еще больше прославиться. Так что я сейчас тебя побью. Нет, я тебя побью. Мои зелья были сильнее. Я намного активнее тренировался. А ну иди сюда. Это ты иди сюда. Мои мышцы больше и сильнее. Ах ты ж. На, получай. Ха-ха-ха. Эта битва будет легендарной. Вот именно, я тебя выиграю, на. На! Я тебя выиграю! На! Получай, гад! На! Как же ты надоел, Бен! Ну и сегодня, ребятки, мы вам показали, как говорящий Том превратился в самого настоящего качка.
Да, ребят, как он накачался и стал очень-очень сильным, возможно, даже самым-самым сильным котом. Ну вот, ребята, не задача. Как вы видели по сюжету, говорящий Том хотел накачаться, чтобы победить в итоге на стадионе, да, на арене говорящего Бена. Потому что даже если бы Бен бы пришел бы в своей максимальной форме, это кошмарный Бен. Она, кстати, ребят, вот так вот выглядит, его максимально обычная форма. Кошмарный говорящий Бен. То, ребят, этот бы кошмарный говорящий Бен 1000000% бы проиграл бы качку говорящему Тому. Но говорящий Бен переиграл Тома и тоже докачался за эту неделю с помощью каких-то волшебных зелий. Но если вы, ребятки, хотите увидеть битву говорящего Тома против Бена, мы уже, кстати, такую битву устраивали, но теперь битву качков, то есть качка Бена против качка Тома, то давайте мы, друзья, наберем на этой серии 10 тысяч лайков. Да, ребятки, добирайте 10 тысяч лайков, и мы вам показываем битву Бена, качка Бена, против вот такого мощного накачанного качка Тома. Да, качка кота против качка пса. Только в этот раз уже не мультяшек, а самых настоящих говорящих кота и пса. Ну, в общем, да, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Такая у нас сегодня прикольная серия получилась. Это, ребят, сегодня, если что, была серия про Тома, да. Главный герой в этой серии был Том. Ну, а в битве, мне кажется, уже, ребят, главный герой будет Бен. Все-таки сейчас, ребят, Бен более популярный. Кстати, да, ребят, пишите в комментариях, кто вам больше нравится, Бен, либо же Том. Кто ваш любимый персонаж, за кого вы болеете, за Тома, либо же за Бена. Ставьте, друзья, лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами были я, SlikeMust, и, конечно же, Dark. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем, ребятки, до встречи в новых роликах. Пока-пока. Всего хорошего, ребята.